Здравствуйте, с вами Дарксель Глинский, и сегодня я вам расскажу про то, почему я не люблю игру под названием Age of Civilizations 2. Я покупал эту игру, так как она мне казалась пошаговой версией знаменитой игры Европа Универсалис. И в первые минуты она мне достаточно понравилась. Во-первых, мне понравилось то, что можно настраивать кучу разных карт, хоть они и выглядят достаточно криво с этими ужасными флагами, но это все равно можно исправить. Итак, но потом я начал больше вникать, мне перестала нравиться эта игра от слова совсем. Нет, я иногда поигрываю, конечно, но все-таки я был немного разочарован. Ну, начнем. Первое, что мне не понравилось, это достаточно простая экономика. То есть здесь есть налоги, товары, исследования, инвестиции и военные. Это 4 расхода, это доход. Экономика очень примитивная, особенно если сравнить с Европа Универсалис. Так как, опять же, эти инвестиции работают достаточно специфически. И как настоящие инвестиции особо и не работают. Также все эти технологические очки. Это очень странно. Конечно, мне также не очень нравится система технологий в Европа Универсалис. Но здесь-то это вообще странно. Какие-то технологические очки. Но уровень технологий и так далее. Все эти технологии, которые не исследуют ничего, кроме некоторых бонусов. А потом я начал воевать. Я начал собирать огромную армию. И как бы понял главную проблему игры. Вы просто, допустим, я не знаю, ну, ждете там некоторое время, нападаете на маленькую страну, маленькую, и берете, опять же, ну, небольшое войско чисто. И тут у этого государства появляется еще большее войско, которое потом невозможно здесь вообще никак поймать. Это ужасно. Здесь я смог поймать армию соперника, так как она достаточно маленькая. Вот посмотрите, откуда у государства появилась такая армия. Вот что это такое? И что теперь делать? Потом я начал больше вникать в эту систему и начал опять же больше разбираться в ней. Ну ладно, бросим пока что военные минусы, о них поговорим еще позже и расскажу о картах. Здесь есть куча разных карт и времен, и опять же есть разные сценарии вроде вот этого вот, там где всего лишь две страны, есть троецарствие, и это достаточно неплохие идеи, но все-таки хотелось бы немножечко побольше креативности, как в Европа Универсалис, то есть чтобы были одновременно и сценарий, и открытый мир. Ну и вот, например, есть такой странный очень сценарий — Бразилия. Там просто все штаты Бразилии. Или вот, просто все штаты Америки. Но, опять же, мне очень понравился сценарий «Футбольная война». И сейчас мы, допустим, посмотрим сценарий Второй мировой войны. Здесь разброс вообще всех времен больше, чем в Европа Универсалис. И здесь не нужны никакие моды, чтобы сделать, так сказать, путешествие по истории мира. Но, как вы видели, в некоторых временах есть только маленький сценарий. Вот возьмем мы, допустим, Германию. Во-первых, бросается в глаза вот это вот ужасное
карта, где куча названий городов. Ну ладно, начинаем. В общем, давайте возьмем вот такую вот. Она как-то не так уж сильно режет глаз. Но попробуем захватить хотя бы Люксембург. Хотя этот Люксембург за картой не видно. В общем, ну, попробуем рост экономики и производство. Сейчас я соберу армию и вам покажу. Ну так вот, для набора армии мне пришлось использовать экономическую карту, чтобы увидеть просто границу с Люксембургом. Это совсем ужасно. Но я набрал на все деньги армию. Вот, опять же, не видно, куда вторгаться, но вот. Сейчас, секундочку. Придется опять взять экономическую карту. В общем, это абсолютно ужасно. Но мне нравятся, опять же, все эти карты вроде счастья. Ну, хотя, если мы их посмотрим, мало что обнаружим. И возьмем, допустим, ну, есть альянс. Вот лучшая оптимальная карта — это дипломатия. Но все равно здесь Люксембург даже не видно. Что объявляем войну чисто. И тут у нас выбирается начальная карта. Вот вы представляете. Но ладно, хотя бы с этой карты можно управлять войсками. Отправляем огромную армию туда. В Люксембург. И вот. Ну, хотя бы мы выиграли. Все, мы завоевали. Теперь попробуем собрать вообще огромную армию и завоевать, допустим, Данию. Если... Но нам нужно на самом-то деле еще и заключить мир. Опять же, вот все эти национальные фокусы мне тоже нравятся. То есть сформировать разные государства, у них опять же есть некоторые бонусики, но это ладно. Вот мы, наши враги — это Польша и Люксембург. Вот. Давайте снимем мирные переговоры. Смотрим. Потребовать вассализацию, военные репарации. Вот и как мне теперь искать этот регион? Вот вроде бы. Давайте хотя бы вассализация. Опять же, очень какое-то странное меню. Ну ладно, это нормально. Делаем Люксембург своим вассалом. И теперь отправляем всю армию к Польше. Ну ладно. Сдаем ход, вот мирный. И вот. Вы понимаете? В общем, и они просто... То есть они просто отказываются. То есть они полностью захвачены. Ладно, отправляем... Собираем все армии просто в одну, потому что я еще вообще не знаю, что еще делать. Ищем опять же эту маленькую армию. Я не знаю, где ее искать и как ее выбрать. В общем, это мне изначально не понравилось. А потом я вообще просто перестал играть и ушел на некоторое время в Европу Универсалис и увидел ужасную игру. То есть эту игру в другом свете. Ужасную систему сохранений. Вот, допустим, сохранения сохраняются только через ход.
Вот. И посмотрите, у нас Люксембурга-то еще и нет, хотя мы его захватили. В общем, вся эта система сохранений у меня несколько раз сломалась. И не... Вот, например. Ладно, может, это не... Даже не чисто Ну, то есть, может, это мой компьютер что-то не тянет, но... Все-таки иногда система сохранений, мне кажется, очень странная. Опять же, пародия на Европа Универсальс — это пошаговая стратегия, но можно повысить скорость. Вот вы представляете себе? Не, это, конечно, мне тоже нравится, но это чисто Европа Универсальс. И то, опять же, с ужасно сделанными картами. Вот я вам рассказал свое мнение. Я... Иногда даю новый шанс этой игре, но она не особо-то его и оправдывает. Я не говорю, что эта игра плохая, но для... я чисто показал на ее минусы. Если вы не согласны, пишите в комментарии. С вами был Дарксель Глинский, спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Опять же, пишите свои пожелания, в какие игры поиграть или что-нибудь рассказать в комментариях. Спасибо за просмотр.